Всем привет! С вами канал Взрослое детство, ведущий Дрон. Сегодня мы начинаем проходить 13 главу. Вот. Так как у меня там возникли проблемки, короче, был бах. В прохождении пришлось, короче, эту главу с трех раз клепать. Сейчас мы просто ее загрузим. Вот она, явление дракона. И потом пройдем все вместе, так сказать. Начало надо сейчас записывать. Поехали. Всем приятного просмотра. Короче, было так, что я когда начал проходить, вот первый раз поставил машину не там, где надо, и впоследствии там баг был, две машины падали друг на друга, я не мог пройти, короче, нормально я постоянно, короче, там во время не упадывался. Вот, и теперь получается, когда я прошел 13 главу, ну, вы там видите концовку, вот, началась 14. Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам, только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джоли. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, жена, хочешь ко мне? Ну, потом, когда я начал вот загрузить 13. Эй, втроем можно. Чтобы записать начало, потому что у меня начало не сохранилось головой. Вот. У меня прогресс весь сбился, и, короче, придется потом просто загрузить главу 14. Так, ладно, короче, такие вот дурдомчик такой. Ну, оно все пройдено. Так. Снять трубку. Балаганчик Барбаро. У вас деньжата, у нас девчата. Я запутал, походу. Это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно. Сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо. По дороге расскажу. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас свита дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонит. О, подожди. Карло узнал про сделку. А, черт! Ой, ладно. Нас в курсе? Не думаю. Не тот, поговорим в машине. Было. Погнали. Не успел, блин, опять. Хотел мне этот одеть. Ладно, потом увидите. Чудесным образом перейдем. Погнали. Куда направляемся? Линкольн Парк. С Генри встречаемся? Ну да. Ладно, и что он тебе сказал? Он в порядке? Вроде да, но Карло забрал свою долю. А, мать! Генри так и говорил, если он узнает. Да. Теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. Да, а, капец, черт! Блин. И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, чтобы сообразить. Офигенная. Ну да, Генри придумает что-нибудь. Еще четенькая глава, блин. Поднатыкать таких же, короче. И, в принципе, тут все не просто, да? Ну, вот это прям жесть такая. Офигенная. Да-да-да-да, я знаю. Тут
короче, ребят, я покажу, где пропарковался, на этом машину ставить не буду. Я потом там в ролике оставлю немножко баговую. Я парковался вот тут вот, вот. Но мы не будем, в принципе, без разницы, там все равно записано, мы тут пропаркуемся. А дальше, да? Тем можно было доехать сюда. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Видишь, бодряк. Какого что хрена? Тут происходит? Черт, это Генри! И... Чем это они его бьют? Капец, да? Он тут вообще же скачет. У него пушка! Я захожу! Мы его достанем! Мы его достанем! Ха-ха! Да ты сломал! Забаш! И это все, чем меня порадует? Кто-то попал! Давай, быстро, пошли! Особенно Авито. Да они больные нахрен. Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? И денег нет. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Ведь людей по-разному убивали. Пули бы хватило, твари. Они на голову больные, Вита! Они, блин, сдохнут! В смысле? Зачем вот так? Преследуем гонщика! Я же сказал, больные понял. Они! Я их на ихнюю лапшу покрошу! Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это. Эй, Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Там какой-то баг был, что пропарковал не там машину, и все началось, движение. Короче, ребята, не знаю, как она запишется по-английски, но пытаюсь сейчас выехать. Вернее, ехать, играть, как она будет. Давай. Так, сейчас, ребят, секунду. Так, едем.
Поехали, короче. Машинка у нас дымится. Дымится, все пылится. Ну, мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Разните ресторан «Красный дракон». Погнали. Это типа он? Будешь бодряк? Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос, урод! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Мать твою, Джо, видел? Почему было просто башкой в кофт не постучать? Заткнись и помоги мне прикончить этих уродов! Убери ублюдка за стойкой, если будешь! Давай, Вита, быстрее! Возьми парня на лестницу! И давай так! Откуда же все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Ну же, мелкие ублюдки! Поняли, с кем связать? Отлично, осталось трое. Зря ты со мной сидишь. Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяй. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Я бегу, и в порядке. А, откуда он стреляет? И его делаешь. Все, тебе конец.
Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Это вам за Генри, подонки! Это не важно, пуль у меня много. Патроны качаются. Отлично, осталось трое. Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо. Всем привет, от приятного просмотра, поехали. Всем спасибо, ребят, за подписки, за вашу поддержку. За то, что не забывайте, заходите постоянно в гости. Это очень важно. Так, вот она. Ладно, ползем вот тут. Куда он хочет, чтобы полз? Куда? Пошли. Барбара, ты где? Куда ты пошел? А, ну правильно, со мной. Потихонечку. Так смело бежит, блин. Ого. Тут у них, конечно, офигенная штука, слышишь? Да тихо ты, блин. О, 18+. 18+. Так, хорошо. Слышь, а как гранату бросать? А, вот она, чё, Михалыч. Так, ну ладно, у нас там вон движуха есть. Пошли. А кто меня палит? А, и туда пила. Я понял, вон они там, да?
Ага. Они тут сортируют всякую фигню, короче, давай. Задача, найдите Вона. Понятно, короче. Тут либо же можно их всех перегасить, блин. Да? Я думаю, можно устроить им фейерверк. Как вы думаете? Как здесь? А что ты мне? Опа. Я думаю. В лифте! Еще! Думаю, нормально, да, мы тут их, короче. Тут пукал поймали. Ну все, это последнее. Вот видишь, все не так плохо, да? Подожди, я хотел еще пострелять этого. И об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Я ж хочу пострелять с этого. СМП, блин. Ты что, я же его специально взял для этого. Пошли, пошли, Вита, в лифт! Да иду, иду. Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? Что? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасина передал им информацию о нашей сделке. Врёшь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да. Он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать? Уничтожать собственный завод? Ещё одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Как-то так, убирайтесь из китайского квартала через... А, чертовая мать. Ой, сейчас будет, походу, какой-то движ. Конечно, так с ним пострадаю с МПС. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Вита, что он хотел? Вита, что-то иди сюда, да? Или что? Капец. Мать твою, ну уже, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Отвезите Джо домой, блин. Да он маньяк! Живым не берем! Ясно!
Капец, он маньяк. Так это будет тут движ, да? Ну, допустим, хорошо. Мать твою, ну уже Вита, валим отсюда! Их слишком много, о, быстрее, маньяк! Найди нам жачку! Живым не берем! Понял. Хорошо, сбросили. Вылазь нахрен! Нет, ради Будды, не надо! Отвези меня домой! Не убивай! Ох, и напьюсь. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Перекройте дорогу у станции Чайнатаун! Так. Нас разыскивает. Ух ты, блин. Капец, мы тут сейчас что-то будем чудить. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худоща. Ясно. Машину разыскивает полиция. Это походу она тут все разыскивает сейчас. Капец, мы сейчас умудрились домой приехать. Это сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И Вита, будь осторожен. Так, походу мы, короче... прошли эту главу с горем пополам, там, да, главное, чуть она была. 14 глава, да, следующая. Лестница в небо. Не, ну, это уже будет следующая серия. Вот. А пока что, ребятки, мы просыпаемся. И немножко, ребят, делаем перерыв. Всем огромное спасибо, ребят, за вашу
поддержку за просмотры. С вами был взрослый детский ведущий Дрон. Какая вот серия по голове вообще шикарная. Мне вот это вот понравилось. Про дракона, блин. Такая крутая голова. Все, ребят, всем добра, бобра. Верного неба над головой. Крепкого здоровья, берегите себя, своих близких и родственников. И до встречи на канале.